А чё, свое фото нельзя загрузить? Увы. Ну тогда Уганда. О, Уганда драйвер. О, можно женщину, да? Вообще какую-нибудь красоту или подцепим. Ля какая, ты смотри. Ада Вонг есть? Где? Какая такая Ада Вонг? Вот это что ли? Вот это что ли? Не, вот рыжулечка красивая очень. Предпочитаем грузовик. Это типа мне стартовый грузовик какой дадут? Или чё? Абоба... Абоба Лайнс. Абоба Лайнс Деливери. Деливери. Нормально. Выберите город, кроме и начать игру. Почему в России не могу начать? И почему Украина вырезана? Чё? Не понял. DLC? Ладно, пока похуй на DLC, правильно? Так, где бы я хотел родиться? Ну, очевидно, в Швейцарии. В Цюрихе. Обучение для полных лохов? Да. Так, обратно руль. А чё с графоном, блядь? Вижу 1D дерево, блядь. Так. Ну, графон, конечно, пиздец. Е для запуска двигателя. Так у меня руль. У меня руль, какое Е, блядь? Ты шо, дурень? Какое Е, блядь? Настроить бинды надо. Так, а может, уже что-то есть? Нихуя нет, увы. Ключ зажигания. Да, вот. Кнопка 23, блядь. Бля, я на нейтрале. А чё, по умолчанию нет никаких настроек? Хорошо, какой мне бинт нужен, чтобы с нейтралки, блядь, переключиться? Так, и чё? Так. Ты куда едешь, блядь? Видишь, серьезный человек, блядь, рулит нахуй. Ты куда, ебать? Алло, нахуй. Чмо, сука. Поворотники? Не, ну давай поворотники поставим, чё, блядь. Ага. Дороже транспортное происшествие. Да похуй, правильно. Так, тут же можно сделать кастомный мир с нарушением ПДД всех. Возможно, правильно. А чё, мы всё, приехали? Так. Нихуя не понял. Так, чё там? Как только выбрали желаемое место выгрузки, начинаете парковать прицеп. В некоторых терминалах вы можете набрать место, проще парковаться, вообще меньше. Так. Так. Это есть ам-ням.
Чё оно так резко тормозит, это пиздец? А чё мы дроп-то, блядь? По-моему, он сейчас отсоединится, нахуй. Ладно. Нормально. Пули дроп, это вы дроп, блядь. Я профессионал, нахуй. Так, я так понимаю, вот этот провод, это... Моя грань жизни, да? Вопросы? Ой, да похуй. А чё, типа неправильно? Пиздец. Ну вот, ювелирно. Все. Кто пиздел? Кто пиздел? Кто пиздел? Скриншот пиздежа. Кто пиздел? Скриншот пиздежа. Можно сюда? Это моя штаб-квартира. Да. Так, это я уже играю, да? Выбираю, что делать. Я хочу вести что-то серьезное, например, пельмени. Как посмотреть, что я везу? Кусты, палеты. Что такое палеты? Холодный кофе в банках. Грузовые диски. О, курочку! Погнали! Вот, курочку привезти. Нормальная тема. Это я понимаю. А, подожди, а как настроить? Я вот, например, хочу ехать бесконечно быстро. Чтобы меня не штрафовали. Что сделать? Стройки, игровой процесс. А что, только все штрафы можно выключить? И все? Блядь, бать говно. Я бы только ограничение скорости убрал. А тут нет, блядь, выезда? Ебать Амогус, нахуй. Пиздец. О, все, поехали. Бля, как же быстро тут газ сбрасывается. Это пиздос. Тут вообще тормоз не нужен. Так, подождешь, мужик. Так, ну я буду соблюдать ПДД, но не скоростной режим. Да похуй, на желтый можно. Ну, нахуя тормозить в игре, если у тебя просто... Ты отпускаешь педаль газа, и ты просто, блядь, вкапываешься. Радио сейчас включим. Чё нажать? Какой бинт дефолтный? Интернет-радио. Так. Ру надо. Ебать хуйня. Во, русские песни, нормально. Поехали. Пиздец уныние. Что ж, всем унывать. Всем унывать. Это я, типа, сейчас не на своей машине еду.
Отрезаю. Да там не было никого. Почему не мультиплеере? Мне нахуй никто не нужен. Я хочу, чтобы был только мой мир и все. Типа, а что у меня руль дребезжит? Что происходит? Так, идем на обгон. Слева никого. Бля, ну двойная сплошная, это пизда. Пошел обгон. Ну, графон, конечно, пиздец пожилой. Это точно максималки. Я тебе клянусь, это максималки. А ты чё тормозишь-то, ёбаный? А похуй, моя дорога, блядь, мои правила нахуй. Правильно? Нихуя себе поворот. VR-поддержка по-любому есть. Курица в ахуе же. Так, а я в экспериментальной программе участвую. Доставка фарша свежего. Грузят мясо дефолтное, а приезжает уже фарш. Так, профессиональный обгон. Шашки дальнобойные, блядь. А что? Блядь, мне вон туда! Извините. Ой. Ой. А что? Мне надо было направо, я поехал направо. Чё? Добро пожаловать в Сраньбург. Ну алё. Не знаю, фанк тут не играет. Поставь руля режим на полный оборот, и рулишь, конечно, на руле за копейку. Ты давай рули отсюда, как хочешь, хорошо? Все, спасибо. Хрупкий груз. Изи. Так, сколько мне надо евро скопить, чтобы купить свою бричку, блядь, суицидальную? 110к. Понял. Мука. Мука – это хорошая. Муку повезу. На Мерседесе. Вау! Тормоз на опускаемый газ стоит. А, удобно. Все, тогда пусть так и будет. Такой тебя. Ой, что-то это самое. Что-то это самое перекосило немного что-то. Ты перекосоюбил, малясь. Чек загорелся. Да это Мерседесы ебаные. Ничего не сделать, чек загорелся. Разъебал тачку. Бля, немцы, как обычно. Что там, какое радио, говорите? Язык.ру. Вот такое, да? Нормально? Бля, я сегодня что-то ору с этого поворота, блядь. Бля, у меня весь муник в слюнях. Трек по чам. Что, в Европе реально такие дорожки узенькие? У нас, блядь, только в Москве 600 полос, блядь. Тебя чек горит. Так хули, Мерседес, ебать. Он с салона чек горит. И что, моя дорога, еду как хочу, блядь. Я за нее налоги плачу, блядь. Сними, что ли, бабу на трассе, друг рассказывает, есть такой ценник на услуги, только это не днем ловить нужно. Ладно, а то, что я играю за бабу, это похуй, да? А, я же в Европе, точно. Да чё тебе, сука, неровно, что ли? Блядь, натуре неровно. Нахуй. 250 евро. Хуйня. Терна, углеродный порошок. Хуйня какая-то одна. Сушильные машины. Рис. О, молочко. Let's go. По одному и тому же маршруту катаюсь. Почему все так играют в Евротрак через день надоест? Даже если через день надоест,
ну ты день покатаешься, получишь удовольствие. Чего там, блядь, плохого? Ты либо кейсер, либо дотер. Ты в одну и ту же хуйню играешь годами, блядь. Которая тебя уже давным-давно заебала. Так, вот тут опыт уже получен. О! What the fuck? Ты чё тут стоишь, блядь? А тут есть грузовики с контролем полосы? Не? Почему он играет в эту игру? Э, братан, почему ты дышишь? Это страшный поворот, блядь. На МКБ пробовал играть? Нет, мне это не интересно. Нахуй переключать передачи, если есть хуйня, которая за тебя переключает передачи? Это, блядь. Не входим в поворот. Молочко не расплескаю. Пока еще ни разу не въебался. В отличие от прошлой поездки. Так там подрезало молодого. Куда его? А где оставить-то? Ага, все, вижу. Блять. Туда тебя нахуй. Копченый угорь. Фу, блядь. О! Ковбаска! Let's go, блядь. Я везу ковбаску. Так, нам, блядь, куда вообще? С 21 часа до полуночи. Я, Руслан Романов, рад приветствовать вас, друзья. Руслан, красава! Взаимно. 2 часа и вот уже почти 17 минут в столице. Будем двигаться дальше. Пошел разгон. Что-то как-то не тормозило нихуя. Ну, блядь, что теперь? Что теперь, горевать теперь, блядь? Алло, поехали давай. Ковбаска тяжелая, очень тяжелая. Так что, поехали, алло, блядь. Он не поедет. Блядь, сучара. Точно не поедет? Не, уедет. Собрал пробку. Да чё там? Да хуйня там. Ковбаска, давай, катись, ёбаный. О, Макарена, Макарена, Макарена. Колбаска точно доедет? Точно доедет. Пока что без происшествий для колбаски. Только для грузовика. Опасно без света ехать. На какой бинт свет включить? Это слабые фонари, конечно. Для водительского удостоверения в реале есть? Конечно. Конечно. Какая регулировка света? Вот, дальний нормальный. Куда дальнее ключо запрещено? Да мне похуй. В чем пробег 800к? Потому что не моя машина. Куда мчим? Вам колбаски везу, чат. Тороплюсь, пиздец, всех насытить. Такой напряженный дальнобой так не катают. Дальнобои не летят, блядь, 140. Франкфурт на Майнкрафте, нихуя себе. Немножко не доехал. Скорость не штрафует, а я отключил. Я хочу быстро ездить. Нихуя себе. Ебать! Ладно. Как дворники включить? Джей? Свет. Давай, мужик.
сердце топило, как водило по газам. Ты не верю, у них тезаур с базар. Музыка из тачки какого-нибудь таксиста. Левое зеркало съел. А все, с Рафаэлем? Да, ну я хочу быстро ехать. Тут ограничение 80 км. Бля, я пешком и хожу с такой скоростью, бля, в реале. А тут ебать на машине ехать. Бля, я думал, все уже, меня ебут в очко. А я куда, бля, приехал? А, мне вот сюда надо было, блядь. Только любимая музыка. И чья это любимая музыка, мне интересно. О, нихуя, у меня там лежанка. А вы точно дальнобойщики работаете? А куда? Подожди. Подожди. Блять, еще хуже делаю. Да хули тебе не нравится, блять? Ёбище. Иди нахуй. Легкая. Тракторы. Нет, тракторы, хуйня какая-то. Икра. Арбузы. Let's go. Арбузики, это нахуй, это наши. Так, что-то не хватает, по-моему, да? Да, мы поняли, что в вестибюле метро. Сука. Всем плакать, девочки. Я знаю, что Алан хочет послушать. А... Алну, скорее всего, надо вот что-то типа такого. Сейчас, секундочку. Вот такое надо, да? Все, бля, поехали нахуй. Че, везем арбузы? Везу арбузы со скоростью 75 км в час. Не туда. Увы. Куда, дядя? Я туда. Бас бустит арбуз. Арбуз. Приветствую вас, дамы и господа. Андрю на связи. Там осудил на всякий случай. Чё? Кто? Куда ты лезешь на своей, блядь, Тесле ебаной? Электроёбище, блядь. Не видишь, дядьки, блядь, серьезно едут. Ебать, а чё не едет машина? Арбуз тяжелый? Да не, нихуя, легкие. Куда тороплюсь? Что, я арбузы вам везу? Или чё, не надо уже? Включи рэп. Мне проще тебя выключить, чем рэп включить. Хуя, какой мозг красивый. Бля, сучара медленная. Говновоза разочек. Не. Куда его? Чё, давайте последний отвезем что-нибудь. И пойду спать. Электроника. Сочленённый прицел. Кого? Нихуя себе, ебать. Ласт. Я решил проехать ласт, как говорится. А разве разрешено такие длинные прицепы? Бля, бать, салоны охуенные вообще. Везу компы тупо. Новые i5, 9, блин. Король Фанатек или Лоджики? У меня Лоджипик. Камеру отдалить нельзя, чтобы удобнее было ехать. Отдалил. Ебать удобно. А сколько брал этот руль? За 0 рублей. Кайфово? Кайфово.
куда путь держим? А хуй знает. Куда-то вот едем. 150 с двумя прицепами. Ну, нормально. Нормально так процы разогнал. Ну, да камбуте, ебаный. Везем электронику. Трафик, мне сказали, можно устроить только через моды. И иногда посмотрим в зеркала, вижу, как там прицепы шатает. Пиздец, страшно. Так, мне сюда. Я могу все! Ну, бля, дай попробовать. Почему нельзя выбрать? Так, не понял, а как покакать, когда жопе заклеена? Это мне первый прицеп туда надо поставить, который в жопе у меня, да? Пиздос. Так это невозможно! Блять, что? Блять, ладно. Чё с ебалом? Давайте ласт. Ласт и всё. Напитки 23 тонны. Погнали. Как эту хуйтонную серверную бали кто-то слушает? Я слушаю, чё? Я знаю кучу пиздострадальцев, которые подобную музыку вообще. Как долго будем пиво вести, чат? Минут 10-15? Я знаю кучу пиздострадальцев, которые вот такую музыку слушают. Хотя у них мышление чисто материальное, а не душевное. Казалось бы, да, нахуя они так слушают подобную музыку? У них майндсет вообще, блядь, не совпадает. Ладно, хейтер вы, пиздец. А чё, я поворот проебал? Чат, а можно дропнуть и завтра доехать? Есть такая опция? Могу, да, нажать выйти? Я, блядь, серьезно, вы заебали? Сидят тут меня разводят на какую-то хуйню, блядь. Мухрю. Спать нахуй, суки, полночь почти уже, блядь. Работать кто будет, блядь? А донатить кто будет, правильно? Надо, чтобы кто-то работал, чтобы кто-то донатил. Все, давай, почапал, блядь, в люльку нахуй. Оба-хоба. Чатик, спокойной ночки, сладеньких снов, не хворайте, не болейте. А самый душевный в мире стрим, Евгений, спасибо, ни гвоздя, ни жезла. Ауф, брат. Давайте, чатик, чао-какао, не хворайте, не болейте. Ставочки на спорт, киберспорт в описании стрима. Давайте, пока-пока. Я повез пиво, кстати. Я там пиво Давай. Не довез вчера. Пивовоз. Кстати, в ЕТС-е присутствует вся Европа, даже Россия, а Украина вырезана. Что думаешь по этому поводу? Слушай, ну... Она ни к чему не присоединена, там не присоединена. Вообще, мне даже заехать нельзя, блядь. Блин, ну какая-то безвизная зона получается, слушай. Даже не знаю. Бля, дай-ка я руль поставлю, а то сейчас, скорее всего, сразу ехать надо будет. Нихуя у меня тачка стоит, блядь. Нормально так. Нихуя. Ну, поехали. Хуя тачек везет. Хули так медленно едешь? Я на грузовике, блядь, алло. Ты что, псих? А у игры-то и цвета такие приятные. Несмотря на то, что графон уже так нихуя устарел. Ну что, господа, чилим. Круиз-контроль. Не знаю, может и есть. Есть, но я думаю, на этой модели нету. Или он на всех есть. Не засни, хоть за рулем. Я не понимаю, тебе что-то не нравится или что? Че везем? Пиво. Что за музыка? Это разгон, ставка в пол. Ну да. Где же на грузовике едет? Я вам вчера вез вообще два прицепа сразу. Там пиздец, там еле-еле тачка разгоняется. Чат, че, мне проехать 230 км надо? У меня запасы бензина на 850. Тачка уже своя, мне... Это весело, это очень весело. Мне пиздец ультра нравится. Мы же, надеюсь, фул проходим. Ну вот, а какой глобальный майлстоун? Мне чат рассказывал, что сделать свою, типа, транспортную компанию. Death Stranding хейтил за это. Ебать сравнение Death Stranding и Евротрак симулятора. Блять, гений, нахуй. Тогда Doom равно CS. Ну хули, и там стреляют. Твоя логика. Подрезаем немножечко. Ебать. Настя. Еще. Видел The Finals? Да, видел. Мне не понравилась эта игра.
У меня есть вам работенка, все фуру резиновых женщин во Владикавказ, возьмитесь? Да, конечно. Вот тебе на пиво, только за рулем не пей. А я вообще не пью пиво. Выгрыживаю радио из жизни. Да. Ебать, встал. Блять. Чел, в этом мире ты нужен только двум людям. Себе и маме. Все. Остальным ты нахуй не нужен. Папе, папе очень навряд ли. Очень, блять, навряд ли. Чё, куда ебать? Тогда давай вот так. А, устраивает, да? Ну, пожалуйста, да. Репчатый лук. Йогуртики. Сюда. 17 тонн йогурта. Ну, нормально, чё. 80-60. Так 80 или, блядь, 60? О, шо? А нахуя мне сюда? А, блядь. Шо за светофоры, нахуй? Похуй. Близкон смотреть? Охуеть, ничего не покажут наконец-то. А то заебали эти Blizzard. Каждый год супер игра у них выходит. Вообще продышать не дают. Не, в целом можем, конечно, Близкон посмотреть. Я все равно рулю, чилю. Кулем, по крайней левой ездит. Это мой мир. Да, это мой мир! Понятно? Чего хочу, то, то и делаю, блядь. Я никому не мешаю. Все эти ботяры, блядь. Они служат мне. А кто говорит фразу, да, это мой мир? Вайпер из Валоранта. Пошли советы. Мазда, попробуй за место того, чтобы потирать жопу туалетной бумагой, мыть попку. Вот я из-за тебя поворот проебал. Че, мужички, въебались, да? Бывает. Как башкой вертеть в машине? Люди до изобретения шеи. Это же игра ультра старая, не? А когда третью часть вообще будет делать? Ну там что, покрасивше, заебенечень. Нахуй надо? Типа что-то без поворотников решил переетаться. Можно трек сменить? Да, конечно. 50 рублей. 100 рублей. 1000 рублей. Да похуй. Я на желтый проехал, все видели. У меня тут еще песня играет, кукуша. Ну прям кукуша, чел мой. Просто йогурт, бля. Тут же нет бренда, только автомобильный. Люди, вам нравится? Живой скот. Хуя, выглядит далеко. 21 тонна чата. Чел не собирается ехать. Ну ты и уебище. Сейчас я тебе, блядь. Московское время 20 часов. Сейчас я тебе, блядь. Чё съебало, мужик? Встречка, да нахуй встречки идет, блядь. Ой-ой-ой. Ага. Нормально. Я выпал из прицепа. Что ж, ты на свободе. Ой. Блять, реально выпал что-то. А ты куда? А ты куда выпал-то? Ты давай залезай обратно, ты чего? Ну ты даешь, конечно. Сколько? Стоимость ремонта компенсирована вашим работодателем. Не, ну если работодателем, то нормально. Прикинь, как Украина была корова. Ну им вроде норм. Вез живой скот, привез фарш и басос покупателя. Да мне похуй. Я дальнобой. Шеф на следующей ножке будете остановиться, как я хочу. А то я вам на лабаш насру. На лабаш? На грузовика? Удачи насрать. Сколько бен стоит? Сколько? Нихуя себе, блядь. А я сколько залил вообще? 4 тонны, блядь. Что столько отдал, блядь. Блядь, настали тут говна своего, суки. О, я вообще нахуй на железнодорогу выйду. Блядь, а нельзя. Ладно, ща умом.
вот так вот устроит? Устроит нахуй сходить? Бля, не устроит, походу. Увы. Увы, не устроит. Все, иди нахуй. Ну и хуйня заказ. Терпимо! Минус 7600. Ой. Электроника. Ну давай, электронику повезем. Хорошо, сейчас въебусь. А, нет, завтра в 3 на трово въебусь. Лучшая русская музыка. А чё это, блядь, чё за хуйня? Парни, вы чё тут собрались, блядь? Вы чего тут устроили, блядь? Вы видите, едут люди серьезные, блядь. Пиздец. Контрольный в голову, нахуй. Блядь. Ай, блядь. В городе ограничение 50, потом штраф. О, нет. Только не это. Не, я не знаю, как в эту игру можно с полицией играть. Вообще без понятия. Все время ехать 80, блядь. Нихуя он бронированный, блядь. Ну-ка еще разочек проверим. Вообще похуй. Блядь, ладно. Тягач нуждается в срочном ремонте. Что ж. Близкон. А, начинается близкон. Давай посмотрим. А то что-то радио какое-то жижное пошло. Не знаю. Ага, ага. Это они показывают игры, которые проебали? Эпично. Эпичный проеб. Ибара. Ой, блядь. Майк ебаный. Let's go! Yeah, мы пришли жрать говно, да. Ждем, когда Вов сдохнет, блядь. Вы же все игры уже похоронили. Where's our heroes of Overwatch at? Heroes of Overwatch. Каково это? На руляхе они все, блядь. Defenders of Azeroth. Воверы громче всех орут. Gamers everywhere. Welcome. А дьяблеры забыты. Meeting you all face to face inspires us. Короче, если не анонсируют StarCraft 3 или Варик 4, то это мусор. Правильно? Хватит пиздеть, покажи чё-нибудь. Да-да-да-да, блять. Чё по играм, сука? Build technology that allows Spencer. Биля ебёт! Биля еби! Thank you, Mike. I recently have spent so much time playing Diablo 4 with my friends. Ага-га. Season 2 is awesome. Awesome, пиздец. And I can tell you that I can't wait for you to see what the team has planned for that game. It's going to be awesome. Throughout Blizzard's history, they've pioneered and refined so much across the gaming industry. Think of Diablo. Какая Диабло? Нахуй Диабло, блядь. RPG major catalyst for the evolution of games as live entertainment. World of Warcraft. Бля, ну Вов, к сожалению, единственная выжившая игра Blizzard'ов. Как же они все захуячили. Before I go, I want to take a moment to thank our Blizzard team. You... Там. Расчувствовался, бедолага. Ну я бы тоже расчувствовался. Делать исключительное говно и продавать это многомиллионными тиражами, блять, это красавчики. Согласен. Да иди уже нахуй, боже! Пиздоболище, господи! And it's an honor. Now, welcome to BlizzCon.
Охуеть, Overwatch 3. Бля, нет ничего хуже нарезки стримаков, блять, рандомных. Hello, BlizzCon! Здорово, да, еще по пизде. Every single day we see millions of players jump. You know, еще один актер. Нужным цветом кожи. Now, who's ready to meet the newest hero? Рэп можно? Yep, that's my name, all right. This right here is Gunny, and she can light up the whole dance floor. And this one's Cha-Cha. He's a sensitive little fella, a real hothead. And when I fire at both, it's double trouble. Gameplay footage. I'm a watch boy. Going so soon. I'm gonna miss ya. Сиськи трясутся, лайк. Don't tell me that's it. Both hearts pumping. I got your back. For now. Here I come. Sensei Kwikiki. We got him where we want him. Ага, все, блядь, качки трехметровые сидят в Overwatch играют, блядь. Киберспорт по Overwatch, вау. 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 Вас купили за 70 миллиардов, а призовой 500 тысяч, да? Ну, разработка дорожает просто, чё. Одного героя, знаете, как сложно разработать? Там пиздец вообще. Там пиздец. Чё, кого? Ле Серафим. K-pop group, понял. Everyone, after the community night ends, around 6 p.m. Pacific. Yeah, K-pop, хотел послушать как раз. Минус 7 тысяч евро, увы. A new damage hero venture is coming in season 10, and to support, it will have more information on Clash, the reworked competitive system, a closer look at Space Ranger, even early gameplay footage of Venture, and so much more. So much more. Когда больше ничего нет, всегда говоришь so much more, и все такие, уебать. Oh, I'm pumped for Diablo 4. I think it's gonna be the best. What if you guys play it right now? Hell yeah, really? Yeah. I will cry. Набить татуху Диаблы. Мне кажется, oh это God, можно к психологу so приходить с такой проблемой. Together, you can look the way you want, you can play the way you want, you can really make your own fantasy in this game. She looks like me. Бля, я с этой хуйни вообще умер, блядь. А
Объясните свою маленькость. А почему кадры защитников показали? You can pet the dogs, by the way. Please welcome the general manager of Diablo, Rod Ferguson. Генерал. Генерал, блядь, выходит, смотри какой. Ёбнуться, ля. How's everybody doing? Having fun? Ой, да ладно вам, блядь. Ой, у меня два прицепа. Похуй. Нахуя тогда четверку сделал? And Diablo Immortal brought Sanctuary to mobile for the first time, bringing millions of Immortal, блядь. Please welcome Tiffany Watt and Chris Wilson. Chris Wilson, вот. Какой нахуй Chris Wilson? Thanks, Rod. Hey, BlizzCon. Это не Крис Вилсон, это как хуйло какое-то, блядь. Ебать, что с Крисом стало, пиздец. Фанат Солярия тупо. So live now is our new boss ladder. This is a series of additional boss fights from level 55 to 100. Блять, даже в Диабле придумали манекен, а в Пое нет. Ну, Пое говно, хули ебаное. Бля, мужик, прорыгайся и говори нормально. Я не срал 3 года! Ну, по Вову обязаны что-нибудь показать. You're a player in the NFL, but what you're most proud of is that you've rated third nationally in dungeon progression. I mean, it was perfect. That was fire. For the Alliance! Бля, какая. General manager of Warcraft. Снова генерала какого-то, блядь, суммонят. Здорово, хуй. Thank you. And we are ready to work. Anybody here for Warcraft today? Yeah! Он вышел, он реально вышел. Всем похуй на него. Просто, блядь, что за клоун, нахуй, ведите, блядь, деда потеряли. Да, блядь, четвертый варик, давай, ну или там хуйню какую-нибудь. Tall tales of adventure are retold through the whimsical and clever card play of Hearthstone. Иди нахуй. I like to imagine humans and orcs getting together, showing off their collections. Что, все? Алло, анонсируй что-нибудь. Блядь. Чел вышел, попиздел, сказал спасибо, ушел. Чё? Мультики. Мувик достойный Blizzard. Гиф анимации. Мобилка новая, судя по всему. Хоть кто-нибудь из них скажет что-нибудь? Куда ты едешь, блядь, на своей Audi? И
план, блядь. It's a game filled with familiar faces. Какая же мертвечина, ёбаный рот. Конечно же, они еще рэп заебенили под этот мусор, блядь. Я вообще поражаюсь тому, как Blizzard пришли к мобильным играм. Я, блядь, вообще в ахуе. Обалдеть. Всем похуй. Два чела похлопало, включая, блядь, разработчика. Ой. Извините. And for those of you in the audience with me today, let's bring down the Wi-Fi together. Я просто тоже хотел похлопать, я мобильный геймер. You know I'm kidding, right? World. А хоть что-нибудь покажут или что? To the wintry lands of Northrend. Столько пиздежа. And there, и три слайда. Proud defenders of Azeroth. Let the World Soul Saga begin. Б, трейлер все-таки. Дожили. Почему? Меня нормально показывает. You're here to tell me we don't get to hide. Is that it? You needed time. We stayed away. But time by itself heals nothing. You didn't just come here for me. It's the visions. Давай, давай, на фул. You've seen them. I suspect many have lately. Something. Someone is calling out from the heart of the world. Like a voice from a dream. Something dark is coming, Anduin. The world needs your light again. My son. I'm not that person anymore. I have no light. Not after what I've seen. Not after what I've done. You are not your past, Anduin. I trust you. They're getting worse. Look, whatever's coming, I'll stand with you. Of course I will.
But we were drawn here by the voice. Who is it, Thrall? Who's calling out to us? I'm not sure yet. But that sword was aimed at someone. Хуя зубочистка. Ну, можно ехать дальше. Ну, хороший трейлер, хороший. Эпично. Ну, это не трейлер, это хуйня пошла. А они собираются вообще графон как-то апать? Ну, в 23-м году как-то жухленько уже игра выглядит. Это все, да? Ну, неудивительно на самом деле. Только по Вову что-то показали новое. Ну, единственная живая игра, я говорю. Xbox X or PlayStation 5! PlayStation 5! Ну хули ты встал, блядь? О, начал, ты заебал. Едешь просто пиздец. Уважаемый пользователь с никнеймом Снайпер-гинеколог. Во-первых, приветствую вас, горячо, очень горячо. Даже не представляешь, насколько. Во-вторых, я играю в игру. В игре бог я. Я устанавливаю все правила, все возможные правила. И играю как хочу, когда хочу. И получаю максимальное удовольствие. Вопросы. А, тоже Volvo. А тут в разных автосалонах даже одного бренда разные тачки, вроде одинаковые. Ладненько, чатик. Я на сегодня все. Пойду спать. Спокойной ночи. Сладеньких снов. Завтра продолжим катать. Мне ультра по кайфу такой человый геймплей, контент. Не знаю, как вам. Вроде нормально, судя по активности. Давайте, чатик, ба-ба.